Друзья, всем добрый вечер. И вот у нас сейчас закончил рыбалочку Дмитрий. Дмитрий, добрый вечер. С утра мы с вами немножко пересекались, у нас была поимочка зафиксированная. Но вот сейчас еще побеседуем. Вот у нас вышло 7 форелек у Димы весом 7 с копейками, 7900. 7900 весом вышло. Сейчас еще раз покажем. И, Дим, будьте добры, несколько слов, как проходила рыбалка, на что ловили, какие приманки. Ну, до запуска железочка, реплика дохная, черная с оранжевой подложкой. Вот, 3 штуки на нее было, один скот, пока крючок не поменялся безбородого на нормальный. Вот. Ну а дальше работала смитовская пьюр, семечко, серебро с оранжевым. Ну, разные получается приманки у вас работают. Да, в принципе, работало железо, была еще поклевка на темную дону, но, к сожалению, скот уже самого подсак, ну ничего страшного. Водоемом доволен, рыбка бойкая, дерзкая. В принципе, хорошо сопротивлялась, поэтому удовольствие получил. А еще один вопрос, а вот промежуток временной, как она в течение дня, выходами как-то, либо что, обращали внимание? Выходы в течение дня, но более-менее равномерно. А глубины по каким ходят? В данный момент в основном ближе к поверхности. И сейчас вы сказали, что она в какую-то сторону собралась рыба? Да, она сейчас, я заметил, что она собралась вот в том уголке. От нас, так скажем, на дальнем кордоне. Да? На дальнем кордоне по понтону, вот левый уголок. Дим, спасибо вам большое за комментарии. Рады были вас спасибо видеть. Спасибо за рыбалку. Всего доброго, до свидания.